30 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники одной из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования – пожарной охраны. В преддверии этой даты в арсенале люберецких огнеборцев появилось новое техническое вооружение. Тему продолжит наш корреспондент. Сегодня действующий состав люберецкого пожарно-спасательного гарнизона в парадной форме. Каждый год в конце апреля они принимают поздравления и слова благодарности за ежедневные подвиги, которые для них являются обычной работой. Благодаря такой слаженной работе, конечно, и наши граждане, и наши руководители предприятий, все мы спокойно работаем и спокойно спим. Поэтому спасибо за службу. Только здоровья, благополучия, всего самого доброго. Но работа спасателей невозможна без надежной техники и подручных средств. В помощь сотрудникам пожарной охраны новые мини-мойки высокого давления и пожарно-техническое вооружение, ранцевые огнетушители, пожарные рукава и колонки. Пожарно-техническое вооружение имеет свойство приходить в негодность. Конечно, любая помощь, любая поддержка необходима для поддержания боеготовности пожарно-спасательных подразделений. Тот же ранцевый огнетушитель, та же лопата, тот же пожарный рукав имеет самое непосредственное значение при тушении либо при ликвидации любой чрезвычайной ситуации. В праздничный день люберецкие огнеборцы получили не только новую технику, но и новые звания. Также ряд сотрудников пожарной охраны отметили почетными грамотами главы городского округа Люберцы. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.